морской кухни капитана Китоглотки. В этом ресторане готовят лучшие спагетти в городе. Нужно добавить соуса хабанера. Так-то лучше. Только вы можете прийти в ресторан морской кухни и не есть морепродукты, чудаки. Арр! Вот это ваш счет. Разрази меня, гром. Спасибо. Обращайтесь. Как разделим счет, ребята? Прости, я спустил все деньги на рынке акций. Интересно, а где мой бумажник? Ах да, ты оставил его в заднем кармане. Но, чтоб ты знал, он был пуст, когда его нашел. Расслабьтесь, я оплачу. Барсет, дай мне, пожалуйста, кошелек для мелочи. Извини, дядя Деда, но ты оставил его в другом теле. Тогда придется мыть тарелки, чтобы оплатить наш заказ. Ну уж нет. Пицца Стив не станет пачкать руки, отмывая жир. Это вредно для здоровья. Может, ты тогда подашь идею, как нам расплатиться за заказ? Мистер Гусь прав. Придется мыть тарелки. Погодите-ка! Что это? Неужели... Не могу поверить! Знаете, что это, ребята? Ага. Картинка, чтобы детей развлекать. Именно! Это карта сокровищ! Она решит все наши проблемы! Найдем клад и заплатим за еду! У нас будут деньги, чтобы нанять людей, которые вымоют тарелки за нас! У-у-у! Мы богаты! Официантка, принесите 3 ваших лучших лопаты. Серьезно? Вы можете хоть один вечер провести спокойно? Без авантюр никак нельзя. Начнем копать тоннель под этим столом. Скажи официантке, мы вышли в туалет. Сокровище! Идем, мистер Гус, нам понадобится твоя помощь, чтобы нести тяжелые сокровища. Не надо на меня так смотреть, я уйду ненадолго. И не трогай мою рыбу.